Всем привет! Вы на канале Мото Сибирь. Сегодня у нас небольшое короткое видео. Снегоход Ирбис Моторс SF 200L. На сегодняшний день самая покупаемая моделька у нас среди снегоходов Ирбис. Небольшой компактный снегоход, который уже имеет третий рестайлинг. Доделывает его, допиливает. Почему именно он имеет большие продажи? Потому что конечная стоимость продукта с ПТС, ПСМ, правильно говорить, с возможностью регистрации, достаточно приятная стоимость конечная, особенно если сравнить с теми моделями, которые предлагают приобрести на рынке. Цена образования у которых для среднестатистического покупателя очень высокая. И под не очень серьезные задачи добраться куда-то вдвоем плюс привезти небольшой груз данная моделька очень хорошо подходит. Стоит очень неприхотливый, очень надежный, уже доказанный временем мотор 1P62 с балансировочным валом, именно с балансировочным валом, меньше вибрации. Мотор высокооборотистый, крутит 10 тысяч оборотов, за счет чего дает возможность вытащить по большому снегу даже двух пассажиров. Гусеничный блок уже переработанный не один раз. Рычажная подвеска, катково-склизовый гусеничный блок полностью российского производства. Все детали производятся в России. Из китайских деталей, которые вообще применяются в производстве, это непосредственно мотор, лыжи и электроника. Все остальное, пластик, рама, гусеница, детали подвески, они российского производства полностью. Мотор имеет дополнительное масляное охлаждение помимо принудительного воздушного. Накручиваемый масляный фильтр на масляном радиаторе, полностью шприцуемая подвеска, очень важный момент, закрыли амортизаторы в чехлы. Кто будет приобретать, обязательно советую, если будете в основном передвигаться по глубокому снегу, нужно будет расшелители лыж докупить, не очень дорого, это 4000 рублей за пару, и никаких проблем. Поставили увеличенный размер бампера, полностью закрыть пластик. Здесь у нас легкий доступ. Фильтр поменять. Посмотреть, поменять свечку элементарно. Очень удобно. Также имеется доступ к боковине. Здесь у нас кикстартер ручной, дополнительный, помимо электростартера. В принципе, очень легкий доступ для ремонта и обслуживания. Также с другой стороны. Вся электроника, реле зарядки, реле стартера, реле напряжения, мозги, коммутатор, все перед вами. Переключается передача нейтральная. Вперед и назад. Достаточно легкое включение. Справится даже детям. Полноценная панель приборов. Плюс у нас здесь зарядка USB. Показывает передачу. Нейтральная вперед-назад. Скорость, общий пробег, суточный пробег. Все достаточно просто, легко. У нас подогревы ручек и подогревы курка в том числе. Стояночный тормоз гидравлический в комплекте. Лобовое стекло в комплекте. Плюс переработанное новое сиденье, винилка, двухэтажка для заднего пассажира, имеется держатели для рук и спинка для удобства. Навесы, аккумулятор, достаточно много места для ручной клади. Убрали все под пластик, чтобы не задувало снегом. Очень удобно. Тот, кто хочет приобрести по выгодной цене, обращайтесь, в описании будет ссылка. Контактный номер телефона, отправляем технику в любой регион. Три цвета,
белый, синий, красный. Очень удобно. Отправляем в заводских упаковках, как правило, на 80% собраны. Выглядит заводская упаковка вот так. Все компактно уложено. Аккуратно доедет хоть куда. Любой транспортной компании отправим. Для подписчиков нашего канала есть дополнительный плюс. Это бесплатная доставка в заводской упаковке. Поэтому подписывайтесь на канал и получайте бесплатную доставку до регионов. Всем спасибо, всем пока.